Слезы на глазах и тоска на сердце. Трагедия, произошедшая в городе Кемерово, стала общей для всего народа. Десятки тел погибших и еще больше раненых. И сотни разбитых семей. По благословению святейшего патриарха всея Руси Кирилла, во всех церквях мира прошла панихида по погибшим в трагедии в городе Кемерово. Службы проходят и в православных храмах других стран, таких как Украина, Беларусь, Китай, Япония. Мы скорбим всей полнотой церкви о тех людях и будем молиться сейчас об их упокоении, упокоении их душ. О предстоящей панихиде не было сказано ни по телевидению, ни радио. Только одно небольшое сообщение в социальных сетях. Однако неравнодушные люди нашлись. Совсем немного. Преимущественно пенсионеры и студенты. Молитва о упокоении всегда помогает не только родственникам усопших, поскольку они получают утешение, но и в первую очередь она нацелена на прощение грехов самих умерших людей. И это является главным критерием и целью всех заупокойных молитв. После панихиды священник поблагодарил всех пришедших в храм. Он отметил, что служба продолжится и в дальнейшем.